Сегодня мы отмечаем международный праздник День защиты детей. И, наверное, сегодня тот день, когда мы, родители, вместе с вами все должны немножко остановиться и задуматься о наших детях, о том, как мы их любим, как мы ими дорожим. Сегодня, наверное, тот день, когда мы должны в очередной раз сказать, что мы очень скучаем по ним, что мы заботимся об них и что они нам очень нужны. Хотелось бы в этот день пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, и чтобы наши дети всегда были здоровы и радовали нас своими успехами. С праздником и всем отличного настроения! 1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Детство всегда остается самой счастливой и беззаботной порой для многих из нас. Однако далеко не все люди могут похвастаться лишь радостными воспоминаниями о своем детском возрасте. День защиты детей был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте, искренности и наивности детской души, о том, что дети нуждаются в нашей любви и защите, что они, когда вырастут, должны вспомнить о своем детстве только доброй улыбкой. 1 июня на площади городского дома культуры было проведено детское мероприятие «Пусть детство звонко смеется», посвященное Дню защиты детей. Праздник удался на славу, благодаря забавным персонажам, которые на протяжении всего мероприятия дарили детям радость и улыбку. Яркие костюмы и хорошее настроение сделали встречу с ребятней красочной, живой и веселой. Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Дядя Саша хореограф говорит, что не беда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте.